Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 13 января 2024 года, и я хочу сегодня сделать концерт, посвященный нашей незабвенной Вероне Шумиловой, королеве романсов, нашей замечательной ожившей поэзии. Сейчас я вам показываю плейлист с произведениями на стихи этой замечательной поэтессы. К сожалению, очень мало я знаю о личной жизни ее, даже не знаю день ее рождения. И вот только 6 декабря пришла эта скорбная весть о ее кончине, и ничего не знаю, никаких подробностей. Несмотря на то, что почти каждый день я писал композиции, в основном романсы, на стихи Вероны Шумиловой, и о личной жизни я ее ничего не знаю. Хотя мы, безусловно, любили друг друга, как бы вам сказать, в творчестве мы безусловно, любили. И я ей много посвящал сочинений, и она мне очень много посвящала сочинений, романсов. И вот сейчас я хочу пройтись по страницам этой замечательной поэтессы, отраженным в наших плейлистах. Но я пока покажу один плейлист. Вот видите, вот сейчас вы видите плейлист композиции на стихи Вероны Шумиловой. С Вероной Шумиловой я работал практически почти 4 года, начиная с вот 2019, в конце года я приехал в Израиль, и вот с конца 2019 года, то есть фактически полных 4 года я работал с Вероной Шумиловой, хотя в рамках как бы новых поэтов Верона Шумилова у меня была уже года три до того, как я стал плотно с ней работать. И издал две книги на стихи Вероны Шумиловой, которые называются «Верона Шумилова. Ожившей поэзии». Первую книгу мне удалось ей все-таки доставить через друзей в Москву, а вторую книгу издательство «Ридера» отказалось печатать, предъявляло много претензий, потому что у нее много патриотических сочинений, связанных с конфликтом Украины с Россией, а издательство «Ридера» ничего не печатает в этом, касающееся конфликта Украины с Россией. Хотя электронная книга у нас есть и вторая. И как-нибудь я сделаю обзор, хотя я уже и делал обзор по этой электронной книге. Итак, вы видите сейчас плейлист композиции на стихи Вероны Шумиловой. Давайте немножко просто пройдемся по этому плейлисту. «Вот такая ночь не повторится» 6 месяцев назад, «Любить до дна» 6 месяцев назад, «Верона Шумилова, но вы же любили, вы поверили мне». В основном все это романсы, прекрасные романсы, и сейчас я буду показывать и их содержание. А давайте просто пройдемся по этому плейлисту. «Вы поверили мне, память вернулась в лето, сердце моего приказ, письмо с фронта». Вот у нас есть концерт «Попурри» 112-й, лето 23-го года, часть 02-я. «В плену любви, какие грустные минуты, так хочется испить глоток любви. Я ждала плакучего дождя, строчки о разлуке не мои.
батя, это плакал я. Не напишу о том. Только любовь спасет от бед. Снова видите, концерт попурри 111. Далее. Вместе в будущее. Надо жить и любить. К Дню России 2023 года. С праздником, Родина. Праздник поэтов. Рукописи, обзор рукописи книги. Вот видите, обзор рукописи книги, часть 05, Шумилова, вожившей поэзии, издание 2. Я готова слушать. К 224-летию Александра Пушкина, концерт Пушкин, вожившей поэзии, часть 02, где в этом концерте есть несколько сочинений на стихи Вероны Шумиловой. Она даже была на конкурсе в Соединенных Штатах Америки и получила приз за свои сочинения. Посвященные Александру Сергеевичу Пушкину. Поверьте моему сюжету, идут дожди июньские, любовь похищена на время. Вот еще обзор рукописи Вероны Шумиловой, вожившей поэзии. Таким был вечер для меня, это танго любви, вас нет здесь сегодня. Ну и так далее. Очень и очень много сочинений. Ну вот здесь вот есть цифра. Видите, 807 видео в этом плейлисте. Ну и в другом тоже порядка, такого же порядка. Хотя, конечно, они... Ну, короче говоря, почти каждый день я сочинял композиции на стихи замечательной Вероны Шумиловой. Я все делаю экспромтом, но на ее стихи я буквально за 5 минут, потому что они как бы созданы, в них слышится мелодия, я утопаю в прелести ее стихов и сразу сочиняю моментально, особенно легко сочинять композиции, романсы на стихи замечательной Вероны Шумиловой. Ну и давайте послушаем немного произведения, которые она очень любила. Вот видите, Александр Вертинский, «Прощальный ужин». И здесь, видите, я в сочинении почти во всех концертах использовал и романсы Вероны Шумиловой. Вот, люблю писать романсы, вернись ко мне. Снова обзор концерт попури весна 23-го года. То есть мы, в принципе, Верона Шумилова живет на моей страничке стихи.ру, и очень часто я и сейчас включаю и выставляю ее сочинения в своих концертах. Ну вот давайте что-нибудь выберем. Это «Ночь без свечей». Все прелестно в сочинениях на стихи Вероны Шумиловой. Я вот сейчас ищу те сочинения, которые особенно любила Верона Шумилова. И сейчас я найду какое-нибудь сочинение, которое она особенно любила. Она все, что мы с ней сочиняли, ей очень нравилось, и всегда она откликалась и прославляла мое имя и нашу ожившую поэзию.
Также вот сейчас мы послушаем композицию на стихи Вероны Шумиловой, или давайте даже прямо зайдем на какой-нибудь концерт и послушаем прямо экспромтом, сделаем попурри этого же концерта. Вот 10 месяцев назад концерт «Попурри весна 23». Дайте вот цикл 5 композиций Шумилова Веронова «Живший поэзии». «Под покровительством любви», «Под покровительством весны». Ну, давайте вот этот возьмем концерт, послушаем композиции на стихи нашей незабвенной королевы романсов Вероны Шумиловой. Цикл 5 композиций с автором. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 4 марта 2023 года. И я продолжаю наш цикл 5 композиций с автором ожившей поэзии. Давненько мы к этому циклу не возвращались. И сегодня мы послушаем 5 произведений на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумилова. Шумилова из этого цикла мы делаем. Ну, я приостанавливаю, мы будем слушать лучше композиции на стихи Вероны Шумиловой. Вот такая ночь не повторится. Давайте послушаем. Прямо будем делать концерт попурри. Экспромтом. Я все делаю экспромтом. Такая ночь не повторится снова, чтоб я была счастливой, как вчера. Следующее «Любить до дна». Будем вкратце прослушивать произведение. Сделаем концерт попурри на стихи. Пусть будет звон сердец влюбленных, что вдвоем желают быть не наяву, не в зла. Лишь ни дня, ни в тишине, всегда любить желают быть. И наяву, и в сладком сне, лишь ни дня, ни в тишине, всегда любить. И лишь вдвоем на мне, не пусть ночь, не пусть рассвет, вдвоем они, не пусть дожди, метели, пусть друг друга зная наизусть, всю ночью любви. Не пусть дожди, метели пусть друг друга
потрясению, но вы же любили. Все о любви. Это был мастер романсов, великий мастер романсов Верона Шумилова. Послушаем. Я, мама, жить хочу, но я готов погибнуть, чтоб жила моя страна. Готов за родину пролить я кровь, то мама сынок идет война. Мне завтра в бой, я буду бить врага. За родину свою, за дом родной. Она, как ты, мне очень дорога. Одержу победы домой. Мне завтра в бой, я буду бить врага. За родину свою, за дом родной, она, как ты, мне очень дорога. Одержим победу и домой. Приостанавливаем. Батя, это плакал я. Давайте послушаем это сочинение. Замечательное, на стихи Вероны Шумиловой. Я вчера писал, что я не плачу. Это плачет дождь, и я, батя, брат. И у нас бывают неудачи. Был убит мой друг. Сашке 25, писал он маме.
вдруг шептал с Васи, в слезах дожди. Сашке 25 писал маме, я вернусь, ты, мама, только жди. Он дышал, завязывал мне раны, вдруг шептал с Васи, слеза. Сейчас мы послушаем концерт, часть концерта, небольшую, к 224-летию Александра Пушкина. Кстати, у нас есть книга «Александр Пушкин. Воживший поэзии». И вот в этом концерте, сейчас посмотрим, я вам заодно покажу, как выбирать. А если получится, сейчас одну секундочку, мы спускаемся вниз и смотрим, что здесь есть в этом концерте. Вот здесь. Вот видите? И вот здесь синие цифры. Если нажать на них, то мы попадаем на произведение соответствующее. Вот о Наталии из цикла «Слово о Пушкине». Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Давайте немножко послушаем это произведение, посвящен Александру Пушкину. Thank you.
Шумиловой. Друзья, вы слушаете новую музыкально-поэтическую компанию. Люблю писать романсы ночи звезды. Земля младенцев спит, такая тишь. Я знаю, о любви писать не поздно, не тронет. Сладко говоришь, пирогов над розовым альбомом, оно творит романсовую суть. Строка заполнена волшебным звоном, другая хочет завтра заглянуть, а завтра наша новая страница. Не колдовство и блажь, и ночь любви не нам подарит звездная жар-птица. Свои советы, таинства свои. А завтра наша новая страница, и колдовство, и блажь, и ночь любви, и нам подарит звездная жар-птица свои советы, таинства свои. Романс готов, рассвет желанный ближе. К тебе стремится лететь, мой позывной слово «да» чуть ниже. Ты торопил, я повторить его опять готов. Посвящала много композиций. А с ним хочу любимый жить. Читаю вас волнение. Посвящен мне, как автору. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую. Давайте немножко послушаем. Сочинение, посвященное нашей ожившей поэзии. Я читаю поэта. Давайте немножко послушаем. Я читаю яркий
на сказку светлый похожий. Знать не сам не автор, а поэт. Он поможет нам любить, поможет. Знать не сам не автор, а поэт. Он поможет нам любить, поможет. Сад любви и лебеди в пруду, и беседа для влюбленных рядом. Туда желание метро и любуюсь звонким водопадом, и я туда желанием иду. А вот мое сочинение, посвященное и Вероне Шумиловой, и всем моим соавторам. Моим соавторам пою, я их бессовестно люблю. Давайте чуть-чуть послушаем. Друзья, послушайте новую музыкальную. Я россиян. Верона Шумилова прославляет нашу поэзию, мою тоже, хотя, конечно, я не профессиональный поэт. Тут, к сожалению, сейчас мы послушаем. Блин, ваши
летом любя друг друга, и сходят с ума. Вновь я служу вам, и слезы и прячу. Своих читателей. Давайте послушаем. Моя, моя судьба и Родина. Давайте немножко послушаем. Друзья, послушайте новую музыкальную двойтишку. К сожалению, у нас интернет плохо работает. Серьез, родное слово.
послушать новую музыкальную жизнь в Сургуте. Закончим наш обзор композиции, которая называется «Вечер романсов» на стихи Вероны Шумиловой. Мы, безусловно, много еще будем делать обзоров, посвященных Вероне Шумиловой. Здоровья.
Закончим композицию, которая называется «Моим соавтором трактат». Это моя композиция, посвященная моим соавторам моей ожившей поэзии. Всегда с нами. Вот ее портрет. Замечательная наша королева романсов. И давайте послушаем одно из последних произведений, написанное на стихи Вероны Шумиловой. Сейчас я поищу. Вот «В плену любви». Давайте послушаем. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «В плену любви». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Музыка
грозовая, суровая и мятежная, бросала стрелы яркого огня. А ты была такой красивой, нежной и радовала строчками меня. В плену любви я, что за упоение, когда часы пробью полночный час, явиться к вам как будто за спасением, явиться, чтобы увидеть снова вас, увидеть вас, как сердце бьет тревогу, оно готово вырваться или и ваши сильные, я к Богу, с молитвой жаркой, чтоб любовь сберечь. Она во мне ни слез не прячет свечи, я пленница красивых ваших фраз. Ладони ваши тронули лишь плечи, я в плену таких красивых глаз. Ладони ваши тронули лишь плечи, я в плену таких красивых глаз. Фишки. На этом, друзья, я заканчиваю этот концерт. Обзор, посвященный творчеству замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Памяти ее. Завтра 40 дней со дня ее смерти. И завтра я сделаю еще один концерт из любимых композиций на стихи Вероны Шумиловой. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был Самуил Хрумович. До свидания.